Доброго времени суток, уважаемые гости, подписчики канала «Записки Подмастерья». На обзоре 13-я посылка от компании «Диагостини» с коллекцией «Как устроено тело человека». Открываем посылочку и смотрим, какие выпуски, какие детали прислали в этот раз. Так. Вот такой вот буклетик здесь. С предложением подписаться на коллекцию «Дворцы и замки Европы». И вот наши выпуски. Модель мозга. Подставка. Еще одна часть мозга. И модель руки. Часть вторая. Так, ну теперь все это подробнее разберем. Так, коробочку убрали. Теперь начнем рассматривать содержимое посылочки. Ну, начнем мы с 50 номера. Так, это в стороночку. 50 номер. Крупнейшие ученые научные достижения. И с этим выпуском модель мозга, часть Б. Вот такие части тут мозга. Убираем, достаем журнальчик. И смотрим быстренько содержимое. Истоки медицины, осознание болезней. Первый врач. Становление медицины. Гиппократ, отец медицины. Тест. По теме крупнейшие ученые научные достижения. Природная медицина. Целебные воды. Мой пероанатомический атлас. Открытие в области медицины. Йога. Восточная медицина. Иглоукалывание. Классическая медицина. Кровообращение, кто же первооткрыватель? Первый анатом, анатом, анатомия, современная медицина, тест для сообразительных, микробиология, пастеризация, прививки для питомцев, лечение болезней. Сульфамиды и антибиотики. Анестезия. Научная революция. Открытие клетки. Пересадка органов. Слава российской медицины. Осторожнее с антибиотиками. Не все так просто. Практические советы. Содержание и термины, которые применялись в этом выпуске. Дальше будет 51-й, и там будут модели мозга, часть С. Вот у нас наш 51-й номер. Ой. И вот тут запчасти от модели мозга, части С. Так, на 51-м номере пойдет речь о возрастных этапах. От детства до старости. Смотрим, что же тут. Детство только с родителями. Детский сад. Юность и зрелость. Осознавание ответственности. Пожилой возраст, пора отдохнуть. Мой первый анатомический атлас, жизненные циклы. Первые движения, знакомство с собственным телом. Тест по теме возрастные этапы. Первые слова.
Рост. Как мы растем. Соотношение веса и роста. Подростковый период. Стремительное развитие. Зрелость. Следим за питанием. Тест для сообразительных. Признаки старости. Функциональные нарушения. Палочка для опоры. Седина. Физическая активность. Уход за малышом. Родительские обязанности. Правильный врач. Врачи-специалисты. Содержание выпуска и термины, которые тут применялись. Так, так, так. Дальше у нас идет 52 номер. Здесь у нас идет с этим выпуском такая подставка для макета тела человека. Так, сейчас позже откроем, посмотрим тоже. А в 52-м выпуске пойдет речь спорт и движение, часть первая, физическая активность. Поговорим о спорте. Спорт – это здоровье. Движение и развитие. Спорт – это жизнь. Спорт и возраст. Этапы развития. Выбор спортивной дисциплины. Что для тебя подходит? Основные виды спорта. Физические характеристики. Какой ты? Вон тут игра. Получать удовольствие от гимнастики. Какие-то тут этапы интересные. Так, спорт и профилактика для укрепления здоровья. Атлетическая подготовка. Что такое тренировка? Тест. Какой ты спортсмен? Спорт и питание. Правильная диета для спортсменов. Нагрузки и калории. Перед соревнованиями. Обязательные условия. Так, далее. После соревнования. Необходимый отдых. Тест для сообразительных. Содержание и термины этого выпуска. Так, в 53-м выпуске. Идет у нас модель руки, часть вторая. А в самом журнале продолжение спорт и движение, часть вторая. Так, так, так. Спорт как игра, знакомство с миром. Такой вот буклетик. Предложение подписаться на коллекцию «Животные на ферме». Так, давайте играть вместе, один или в компании. Язык тела, танцуй и все пройдет. Вот какая-то тут задание какое-то интересное. Спорт на пользу, правильный способ. Польза разных видов спорта. Не впадать в крайности. Все в меру. Выносливость и ловкость. Гимнастическая игра. Вот тут гимнастику как поделать можно. Так, спорт и концентрация. Тренируй свой мозг. Пространство для спорта на открытом воздухе или в помещении. Надежная защита. Правильная экипировка. Тест. Осторожный или безрассудный. Спорт и одежда. Надо ли одеваться тепло? Упражняйся каждый день.
Тест для сообразительных. Содержание и словарь. Все, что было в этом выпуске. Но в 54 номере, это уже в 14 посылке, будет такая вот модель почки. Ну и, конечно же, следующие детали тела человека. Так, ну что ж, журнальчик так посмотрели. Теперь перейдем к нашему дядечке и попробуем что-нибудь установить. Я так понимаю, что можно будет собрать модель мозга. Две части есть, и третья уже у меня получена. Первая получается наоборот. Часть А получена. В предыдущей посылке была, и пришли еще две последние части. Б и С. Наверное, можно будет поставить эту вот подставку. Да не наверное, а точно. Могут установить ее. Ну, а модель руки отложим до следующего раза. Так, все. Переходим к дядечке. А вот наш дядечка. Вот такой вот он замечательный. Больше мы его трогать не будем. Ничего больше устанавливать здесь не надо. Потому что все уже установили. Так, единственное, что, конечно, надо будет доделать, это вот установить вот эти вот крепежи. Вот эти вот отверстия. Чтобы он не легался вот так вот. И, конечно же, поставить эту подставку на свое место. Вот, но это мы все сделаем попозже, потому что буду собирать вот этот вот пазл. Модель мозга. Детальки все есть, все пакетики пришли. Приступаем к сборке. Собрал я этот мозг, модель мозга, с
старался делать все по инструкции, но вот последний этап что-то у меня не получился. Никак не хотел этот мозговой ствол с этими желудочками прозрачными вставляться в эти в полушария. Пришлось их разобрать и установить все по-своему. Так получилось намного лучше и быстрее. Вот такой вот мозг наш. Так, ну что ж, теперь начинаем заниматься вот с этим. Фантик какой-то. Так. Оно включено. Не горит. Значит, нужны, наверное, батарейки. Но сначала нужно открыть эту штуку. Открываем. Здесь три мизинчиковые батареечки. Так, сейчас надо их найти, где-то были. Батарейки, нашел батарейки. Сейчас все установим, проверим. О, вот как ярко светит. Так, все тут работает это. Закрываем. И сейчас будем пробовать присоединять эту подставку к нашему дяденьке. Еще вот эти штучки установим. Снова с нами дяденька этот. Так, ну что ж, приступаем к установке вот этих вот элементиков. Так, сейчас главное понять, какая из них какая сторона, какая закрепляющая, какая просто одевающаяся. По-моему, вот вверх широкий. Да. Вверх получается верхнюю часть макета человека. Вставляются вот эти вот все штучечки. Так. Ну что ж, начинаем их все устанавливать. Так, ну вот, все установил все штифты на свои места. На эту верхнюю кожу, как написано. Так, ну что ж, теперь устанавливаем ее наверх. Посмотрим, как будет все устанавливаться. Так. Сначала снизу. Установилось. И здесь вот все. Ну вот, все хорошо. Все закреплено здесь. Ничего не отваливается. В смысле, верхняя часть кожи. Так, ну что ж, теперь по подставке. Подставка. Батарейки поставили. Все, у нас тут лампочки светодиодные горят. Так, а только никак здесь небольшой косяк, так скажем, да? Вот в одном месте лампочки перепутаны. Здесь же идут сосуды красные-красные, и в центре синий получается. Одна сторона правильно сделана, а здесь светодиоды перепутали. Но, наверное, в принципе, можно будет тут винтики открутить и, наверное, диоды поменять местами. И тогда все будет хорошо. Так, ну что ж, пробуем теперь саму подставку ставить. Вот она сюда подходит. Вот так вот поднимаем его, дядечку этого. И вот он стоит на подставке. Включается. Огонечки.
Так. В принципе, вот. Вот так все здесь он стоит, подставки. Так, 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 так. Ну что ж. Ожидаем следующую посылку. 14-ю. С новыми элементами. Макет тела уже закончили собирать. Больше никаких деталей к нему не будет. Будут только приходить теперь детали различных моделей органов тела человека. Ну вот теперь вот мы знаем, что будет следующий элемент, будет кисть руки. Смотрели, что будет еще почка. И там какие-то еще, наверное, будут. Обо всем этом узнаем в дальнейшей посылках. В ближайшей 14-й. Ну, у меня на этом все. Спасибо вам за внимание. Добра вам и процветания.